Здравствуйте. Ну вот сегодня мы вам продемонстрируем. Включаю холодную воду. Вот у меня горячая, вот у меня холодная. Включаем холодную воду. Как мы наблюдаем, у нас с крана течет вот такая вот водичка. Я вот даже и не знаю, как в такой воде варить, кушать, кипятить чайник, да и вообще пить. Я вот не знаю. И это уже второй день. Второй день вот такая вот водичка. И кто за это будет отвечать, я об этом вообще без понятия.